Есть люди, которые прислушиваются к себе, а не к тому, что говорят окружающие. Таких людей не часто встретишь. Но когда они встречаются, они напоминают нам, что, выбрав свой путь, даже если все критикуют твой выбор, важно просто верить, что не существует, не могу, не получится или невозможно. Эти люди напоминают нам, что важно просто верить. Невозможное возможно.